На этой неделе в городской мэрии состоялось 15-е заседание Совета городского округа. На совещании присутствовали руководители предприятий и организаций города, представители общественности, а также депутаты Государственного собрания Курултай Республики. Всего на повестке было обозначено 10 вопросов. По первому из них – о внесении изменений в бюджет города на 2017 год. С докладом выступила заместитель главы администрации по финансовым вопросам Гульнара Кучербаева. В исполнении программы «Комплексное развитие Моногорода» в рамках создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на приобретение и установку средств в виде фиксации 500 тысяч рублей. На капитальный ремонт вентиляции и электроснабжения детской музыкальной школы 3 миллиона 776 тысяч рублей. Ремонт тротуаров и освещение вдоль тротуаров на 2 миллиона 800 тысяч рублей. Софинансирование расходов на обеспечение устойчивого функционирования коммунального комплекса 22 миллиона 700 тысяч рублей. На софинансирование расходов на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за счет местного бюджета, это наша доля, 200 тысяч рублей. И на расходы на содержание органов местного самоуправления в пределах нормативов, установленных законодательством, постановлениями правительства Республики Башкортостан 11 миллионов 145 тысяч рублей. В ходе заседания было решено внести изменения в бюджет городского округа. Так расходная часть увеличилась на 41 миллион 347 тысяч рублей. Следующий пункт повестки дня касался реализации инвестиционных проектов в рамках ТАСЭР. На сегодняшний день в Кумертау осуществляет свою деятельность 3 резидента. Один из них – маслоэкстракционный завод в селе Маячный. Инвестиционный проект включает в себя 4 этапа, 2 из которых уже выполнены. Это строительство маслопрессового завода – а также запуск экстракционного производства. Остальные оставшиеся 2 этапа должны быть реализованы до 2019 года. Третий этап – строительство элеваторного комплекса мощностью хранения 130 тысяч тонн по зерну на сегодняшний день активно реализуется. На текущий момент закончен монтаж сушилок, рабочей очистительной башни, автомобилей разгрузчиков. Построено 10 силосов по 9 тысяч кубов, каждый из 18 запланированных. Работы по устройству фундаментов для остальных силосов закончены, продолжается монтаж этих силосов, и мы планируем к сентябрю месяцу элеватор полностью закончить. Четвертый этап предусматривает строительство рафинационного производства растительного масла производительностью до 400 тонн в сутки. Реализация проекта запланирована на 2018-2019 годы. По окончании рабочего заседания прошло подписание соглашений о подготовке кадров, а также о социальном партнерстве между главой администрации Борисом Беляевым с руководителями предприятий «Ultimash», Кумертауская производственная компания и швейная фабрика. Сегодня на таком большом форуме разрешите открыть торжественную церемонию подписания соглашений о социальном партнерстве и подготовке кадров администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан с предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, направленных на координацию взаимодействия по вопросам подготовки кадров на территории города Кумертау. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».